Ты просто себя все время снимаешь. Дорогая Наташа, большой тебе привет из Дубравного. Большой вот привет. Они все большой. Мы. Вот мы все собрались. У нас сегодня большой-большой праздник. У нас сегодня день урожая. Мы собрались на обед. И мы сегодня открываем наш обед вот этими замечательными персиками. Вот. Вот такие выросли, мы только что их сняли. Наташа, ты нас прости. Мы не верили, что они вырастут. Когда ты говорила, что будут косточки теперь свои, можно будет вырастить много-много персиков. Но они выросли, они пахнут. Они пахнут. Они мягкие. Их можно кушать. Слушайте, берите и кушайте. Будем рассказывать. И рассказывайте свои вкусы. Спелые. Текут прямо. Мягкие. Смотри. Душистые. Косточка. Остает. Вот. Они абсолютно спелые. Они, на них там пчелки, осы там собираются, там тоже сиропчик берут. Они были бы сочнее. Вот. Все. Жалко, что тебя нет. Наташечка, ну ты с нами. Все. Пока-пока. Ждем абрикосов. Большой-большой привет. А как сделать, чтобы обратно было? А во время съемки никак? Никак. Ну, тогда вот. Хочешь, давай я тебе? Да, ну, вот я тоже могу. Перчиков. Наташа, пока-пока. Семинары аэрированных перчиков. Вырубай.